меня он практически не менялся все эти годы, начиная с театрального училища, где он был моим педагогом, самым молодым из педагогов. И вот, пожалуй, теперь все мои педагоги ушли в жизнь. Вальяжный, с удивительным чувством юмора, которого просто никогда ни у кого не было и, наверное, не будет. Мы встречались, наверное, последний раз у него в кабинете. Говорил о театре, о том, как он видит, как бы ему хотелось сохранить ту атмосферу и настроение, которые все эти годы были в этом театре, благодаря Лучику, ему, Миронову, Минглету, ну, все это удивительное влияние. Договаривались о том, что он приедет ко мне.